Всем привет! Вы на канале Мисс Лайфхак. И сегодня я хочу показать вам моих новых животных. Ну-ка не смотрите. А вы догадались, что это за животные? Давайте я вам их покажу поближе. Так, это мои триопсы. Они из семьи креветок. Они вот так выглядят. Вот. И как я их выращивала? Я купила такой экспериментный набор. И там были ихние яйца. Потом еще была такая, как дозочка или мини-бассейн для них. Там было все, что нужно, и я засыпала песок, добавила туда воды и засыпала яйца. Я где-то подождала 2 или 3 дня, и потом они уже вот вылупились, и им уже где-то 1 или 2 недели, и вот они вот так выглядят у меня уже. Они большие, и... Когда они вот так всплывают, то можно дать пальчики, и они будут по нему как бы лазить, вот. Это очень шикотно. Вот, понаблюдайте за ними, они вот так носятся, не знаю почему. Они очень-очень любят все перебирать, вот эти вот камушки. И все такое. С цветков они собирают каждую пылинку, как креветки. И, кстати, в каких-то странах они живут даже в лужах. К сожалению, я не знаю точно в каких. И они могут вырасти до 1,5 сантиметра или даже больше. И живут они где-то полгода или даже год, если повезет. И они при рождении съедают друг друга. И у меня, я закинула туда 15 яиц. Они все вылупились, были все здоровые. Но потом они как бы переели друг друга. И осталось у меня только 3. Коробочка, там уже ничего нету, я просто решила показать, с каком комплекта я их купила. Ну и вот все показано, что сзади должна быть внутри в этой коробочке. Они росли в этом вот мини таком аквариуме или, не знаю, бассейне для них. Сперва я их поместила вот сюда и закрыла, чтобы они сюда как бы не выплыли. Но я не знаю, как так получилось, они просто телепортировались сюда. Так что я решила убрать эти ворота, и чтобы они были свободные. Кстати, вот это вот черненькое, это градусник, чтобы мерить воду, но так как они уже большие, им уже это как не надо. Потом я... С чем я их же кормлю? У них есть как бы вот такой... Сейчас я вам открою и покажу. Корм. Вот. Посмотрите. Он сделан в шариках, потому что они этот корм крутят лапками и собирают из этого корма все, что им требуется. И что они не съедают, я достаю сразу, чтобы это не затухало, потому что это будет как бы и плохо для воды, и для них. Им можно давать еще фрукты и овощи, да, я это сама не знала. Я им пока еще ничего не давала. И, кстати, только что я им давала червяков. Такие замороженные червяки, мы их даем для наших рыбок. И я им решила дать ради интереса, они их боялись. Просто боялись. Потому что червяки больше их. И да, я им хотела дать огурчик на пробу, потому что стоит, что с 2...
через 2 недели или уже можно им давать всякие фрукты и овощи. Но, не знаю, надо им уже дать попробовать. И сейчас я посмотрю, есть ли у нас какие-то фрукты или овощи. Так как этот бассейн для них он слишком маленький, я сходила в магазин и купила им как аквариум побольше, хотя он сделан из пластика, да. И так, у него есть крышка, чтобы я могла ставить туда свет, это обычная лампа. Она слегка греет, и это просто идеально для них. Я им засыпала чуть-чуть песочка с камушками и сделала пару растений, чтобы они смогли что-то с них собрать. Я их еще ни разу не держала, вот так как домашних животных. И когда мы пошли в магазин набор, потому что я их уже давно все хотела, ну и вот мы их решили взять, и это очень классные зверушки, они очень веселые, за ними очень интересно наблюдать, и они очень смешные. Когда они носятся, они умеют делать сальто вперед и назад и могут быстро-быстро собирать все с пола. А когда они уже умирают, тогда они откладывают яйца в песок, закапывают, и тогда могут уже спокойно умереть, потому что этот песок надо высушить и потом снова засыпать. И потом снова через 2 дня они вылупятся, такие вот тоже маленькие зверушки, и вырастут в таких больших, так что ихнее потомство может быть бесконечным. И, кстати, они каннибалы, да, когда они рождаются, как я уже рассказывала, они съедают друг друга, и самые сильные выживают. И, как вы видите, у меня есть 2 маленьких и 1 большой. Ну и они как имеют респект перед вот этим вот большим, и он может их даже ударить или как-то укусить, или могут слегка подраться, если ему что-то не понравится, потому что это, считай, его вся территория, и они просто жители. Да, я хотела спросить, почему у одного из вот этих моих креветок триопсов не блестят глазки, хотя у моих 2 блестят, а вот этого вот одного просто не блестят, они мутные. Не знаю, но он хорошо себя чувствует, все ест, как они собирают. Не знаю почему. Что с ним не так? Что с этим лучше? Он ест листик. Цветок ест. Ребятки, он ест. Он ест этот цветок, я его рот вижу. У него... Вот. И Санёк пришёл посмотреть, что же тут происходит. Даже кошке стало интересно, что же мы тут делаем, и пришла посмотреть. Так, я им нарезала огурчик, как вы видите. Так, Санёк, иди тут лишнее. Я им хочу сейчас дать попробовать огурчик, потому что в многих видео они начинают с огурчика и хотят посмотреть, что же они будут делать. Давайте им дадим уже огурчик. Так, вот огурчик. Опа, что? Ой, он всплыл. Это плохо. Вот, я им 3 кусочка сделала. Ляльки. Вот, нате. Почему-то они все сплыли. Ну, мне кажется, они будут их сперва бояться. Не знаю. Надо какое-то время подождать. Они увидят, что это еда, наверное, и съедят. Потому что, может, и им не понравится. О, уже начинает. Оп-оп-оп-оп-оп. Ну-ка, по... О, ест! Смотрите! Им нравится огурчик. Потому что им нужны витамины, и они не достанут все витамины из этого корма. И
Надо им забрасывать иногда фрукты и овощи. Ням-ням-ням. Он как ест. И если вам заметно, то вы можете увидеть, как он быстро перебирает лапками. Это он его так держит. Так плавает по кругу. А те носятся внизу. Ты что ешь? Ты что там ешь? Мы тоже хотим. Да вкусно хоть. Он его носит просто. Ням-ням-ням. Если я что-то недорассказала про них, напишите это в комментариях. Ну, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и все. А тут раз и сразу все три напали на огурчик. Вот такая вкуснотища. Зря я три кусочка для них резала, они все один едят. Очень вкусненько. Так что давайте своим таким зверушкам, если у вас такие есть. Огурцы. Они любят огурцы. Это их любимая еда. А в следующем видео я вам покажу моих улиток. Ну, на этом было все. Пока-пока!